юниор. Это юниор кастрат. Он у нас в единственном экземпляре. И он автоматически становится Best Junior Newton. Да, они двое всего. Это ветераны. Это ветераны. Это у нас класс ветеранов. Это кошечки старше 8 лет. Сколько ваших кошечек? Сибирская кошечка 8,5 лет. Кошечки Корниш Рекс 9 лет. Аплодисменты. Он мэнс нютер. Так, 55 есть, 20 есть, 49-39, где номера? 40. Пройдите, пожалуйста, так, это какой 49, да? 39. 49. Вот с той стороны. Так. 39 номер. Вы покажете с экспертом или вы так и будете 49 номер? Я не знаю. Это у нас коты кастраты. Майн Куны. Он мертв. Это мальчик. Это мальчик, мужик, фигурист. Ты был мужиком, да? Так, проходим. Так, давайте, проходим. Номер 49, проходим. Он тут. Страшно. Ой. Это что, первый? Это первый? Анжела, первый? Номер 49 становится вторым. И номер 116 – лучший кастрат выставки. Единогласно номер 116 остается на дальнейшее сравнение. Ну и значит уже Вест мы не берем уже. Да, расстановка пошла. 5,63. Это да, это уже взрослый. 65, 63, 62, 75. Adult males. Самила. Никто спрашивать не будет. 65, 63, 62, 75. Все устраиваем, стоим. 81, 125, 83. Готовится 79, 122, 120, 138, 81, 125, 83. Кошки полудлинношерстной группы, взрослые кошки полудлинношерстной группы. А что опыта уже есть, пойму? Так, 63, 61. Сейчас будет выбран лучший представитель полудлинношерстной группы. Второе животное становится best оппозиция. Вот так только. Ну попробуй еще раз. Певица. Семьдесят девять, 122, 120, 138. Готовятся номера 81, 125, 83. Так, 122 есть, 79. Ой, какой черный, шикарный. Так, 120 есть, 79 есть? Да. Так, 104, да? Пожалуйста, в ряд встаньте все, вот так вот, в ряд перед экспертами встаньте. 81 у вас какой номер? 73. Нет, 81. 71 уберите, 81 кошка у вас. Сейчас идут коты. Какой номер надо убрать? Скажите. Вот 89 правильно. Готовятся. 98, 104, 5, 109, 93. Так, 81, 125, 81. 81 номер где? 81 номер. Нет. Проходим перед экспертами. Два, да, только. Три, почему?
Проходим перед экспертом. А где ты? А, вижу. Все. Черный кот, встаньте. Черный кот, уйдите, встаньте в сторону. Показывайте. В сторону. Так, ждем Анжелу. Все три эксперта выбрали разных животных, опять голосуем.